Привет, с вами говорящая чихуахуа Софи и серия мини-роликов про ошейники и шлейки. Итак, мы поговорили о том, что для чихуахуа лучше. А теперь, как приучить щенка чихуахуа или собаку чихуа к ошейнику? Или к шлейке? Да вообще-то как? Какая разница? Первое. Постепенно. Для начала покажите ошейник малышу. Пусть понюхает, посмотрит на него, подержите в руках ошейник. Пусть увидит, что это безопасно. Только затем нежно и очень спокойно, одновременно говоря мягким голосом, например, что-нибудь типа «оденем сейчас ошейник», «одевайте ошейник». На первое время лучше купить мягкий и легкий ошейник, практически незаметный. Если ничего не хочет делать и ложится и лежит, и ему явно не нравится ошейник, игнорируйте, просто ждите. Если не нравится, ему будет трясти головой и пытаться снять ошейник, вы должны пресекать эти попытки строгим голосом и командой «фу» или «нельзя». Второе. Затем нужно дать возможность походить по дому. Отвлекайте щенка игрушками, и когда он отвлечется, поощряйте его командой «хорошо», «молодец». Возьмите себе на заметку. Сначала ошейник нужно одевать на очень короткий промежуток времени, 5-10 минут, не больше, но 2-3 раза в день. Постепенно время нахождения в ошейнике нужно увеличивать до 15-20 минут и так далее. Когда щенок совсем привыкнет к ошейнику, вы можете его снимать и одевать периодически, когда вам будет удобно. При этом внимательно следите, чтобы ошейник не был сильно затянут или излишне свободен. Под правильно надетый ошейник на взрослой собаке должны свободно проходить 2 пальца. К шлейке приучаем собачку точно так же, как к ошейнику. Тот же принцип и те же правила. Это серия мини-роликов, поэтому, чтобы посмотреть продолжение, жмите на кнопку на экране. И не забывайте подписываться на мой канал и вступать в мои группы ВКонтакте. Ссылки в описании. Пока-пока!